крестовый поход как отправлялись? Приходили с большой суммой денег и говорили, вот у меня сумма, потому что знали, что они там награбят еще больше. И уже будущие грехи прощаются. Когда еще учился в семинаре в Западной Украины, у нас келья была, и захожу в Великом посту что-то по делу. Смотрю, они курицу едят. Чуть ли не в страстную секрету, в страстную неделю. Говорю, ребят, так вроде до Пасхи еще, Пасха не началась, как-то вы это, раньше времени, может, перепутали с датами. Они говорят, нет, нам батюшка благословил и простил будущие грехи. Я первый раз тогда столкнулся, когда семинаристы, батюшки западные, благословляют на будущие грехи. И потом, когда сравнительное богословие преподавали нам, нам говорили, что а будущее грехи прощается. И уже можешь грешить по полной, потому что у тебя Папа Римский простил. Он же наместник на земле выше Христа. Поэтому процесс покаяния, к чему я это говорю, это не остановка. Блажен муж и жени иди на совете честивых. А еще лучше добавить, который не останавливается. Можно остановиться на первой заповеди блаженств, и ты уже в прелести. Я же покаялся за все грехи, теперь я. А можно остановиться на уровне подьякона. Я же теперь и подьякон. Какие у меня грехи? Все, у меня Владыка за меня помолится. А я потом диакон. Можно остановиться на диаконском уровне. У меня грехов нет. Это вот прихожане. Я же не таков, как они. Я тут, значит, паки-паки говорю. А можно остановиться на уровне священника и сказать, я же грехи других отпускаю, какие у меня грехи, у меня нет грехов. Можно остановиться на уровне епископа и сказать, что я тоже тут очень великий, и сказать, что наш Всемирный Совет Церквей – это наш дом родной. То есть тут немножко перепутали даты. Или 1933 год возрождения церкви, или 1965 год, когда у нас Второй Ватиканский собор, Всемирный Совет Церквей там участвует. Где у нас основание церкви? То есть у нас непонятно. А можно остановиться на уровне мученика, да. Коммунисты же, они же где умирали? Они как мученики шли. Как там Павел Корчагин говорил, нужно прожить жизнь так, больно за бесцельно прожитые годы. Да, можно таким быть мучеником, но Господь принимает. Когда мы с первой заповеди блаженств по девятую осознаем свои грехи, любой уровень, какие бы ты одежды на себя надевал, как один монах в монастыре, отличался внешне очень великим смирением. И помните, когда один послушник к нему пришел, говорит, я хочу быть похожим на тебя, ты такой смиренный, никогда никого ругаешься, тебя бьют, тебя тут, а ты смиренно, кротко. Говорит, а что я на этих собак обращать буду внимание? То есть, понимаете, у него внутреннее состояние было слона. А что там собака тяпает? Настоятельница, да, ну, вот он слон, он идет, он спасается, что там. То есть главное это стержень, внутреннее состояние человека. И вот именно покаяние это не статика, это динамика, процесс. У нас динамик, помните, фонарики в Советский Союз, динамик к этому к колесу, и он там крутится, и сейчас фонарь горит. Вот динамик это то, что движется. Только ты остановился на велосипеде, и фонарь у тебя потух. Вот это здесь. Только ты остановился, ты уже, даже не светлячок, ты просто потухший металлолом, можно выбросить. Без динамика, без динамики не может быть света. Поэтому благодать может быть только в постоянной борьбе, в постоянном поиске истины. И этот поиск истины начинается с момента зачатия. Уже тогда мама воспитывает своего ребенка. Зачался, вот ему один день, одна минута, одна секунда его жизни, он уже борец. Потому что мама за него борется, потом восприемник борется, а потом, переняв опыт Духа Святаго, всю жизнь человек борется. Он в церкви воинствующий. Там только может быть покаяние. А когда нам говорят, у нас церковь мирная, мир и безопасность дороже, остановитесь в своем движении, говорят нам экуменисты. Каяться не надо. Отсюда мы видим, в Ростове, по-моему, батюшка Высков сказал, у нас покаяние отменяется. Теперь каемся в смертных грехах. Кто кого убил, кто кого, тогда только каемся. А так можно, как в Греции, вообще без покаяния жить. То есть, видите, как мы каемся. Мы скатываемся все ниже и ниже. Это одно и то же, что тренер будет говорить с вами. Знаете, ребята, раньше я мучил вас, а теперь я экуменист. Теперь раньше было 100 метров пробежать, а сейчас достаточно 1 метр. Засекаем время. Вот вы 1 метр пробежали с такой скоростью. Раз рывок. И вот умножаю на 100, значит, ты 100 метров пробежишь вот так. Ну, чисто теоретически. Раньше мы на перчатках дрались, а сейчас надо просто воздушными, на мечах, а сейчас воздушными шариками. И вообще сражаться не надо. И я вас только буду теперь гладить по головке. Когда у нас в гимназии был рукопашный бой, то
мы организовали школу мужества и школу милосердия. И в школе мужества организовали рукопашный бой, но обязательно всегда говорили, не для себя, а для защиты Родины вы тренируетесь. И вот один мальчик синячком пришел сразу после первой тренировки, и мама прибежала. Это как? Мой сыночек синячок получил. Вы его тренируете так, чтобы у него не было синячков. Он говорит, слушайте, дорогая матушка, а как можно тренировать у мальчика, чтобы он без синячков? Это как можно сделать операцию на сердце, чтобы ни одна капля крови не капала? Вот как можно так сделать? Вот как можно воевать, ни один раз не выстрелив? Как можно воевать, ни один раз в спарринг не войти с своим другом, чтобы потом противника... Что Суворов делал? Он 7 раз брал Измаил искусственный для того, чтобы один раз, без всяких препятствий, тяжело в учении, легко понял. Вот у нас учение – это покаяние. Так и церковь называют, школа покаяния, да, даже такое вот придумали хорошее название. То есть все богослужение – это школа покаяния, священное писание – это школа покаяния. И когда нам говорят, каяться не надо, сект у нас не надо, сект у нас нет, у нас все равны религии, и нравственный потенциал у нас падает, мы же как каемся? По 10 заповедям Божьим, по 9 заповедям блаженств, по 20 мытарствам, так же каемся. У нас критерии покаяния же, да? А теперь нам говорят, с высшего пьедестала, святые из святых, величайшие из величайших, у нас общая гуманитарная ценность. То есть вы теперь каетесь не по 10 заповедям, потому что общие гуманитарные ценности это какие? Вилку с этой стороны, нет? Вот я каюсь, что я вилку положу с правой стороны, а ложку с левой. Вот я каюсь, что я не улыбнулся ехидно, когда пришел ко мне начальник, я его ненавижу, а я каюсь, потому что я нарушил общие гуманитарные ценности. Вот я каюсь, что я галстучек не одел навстречу. Это же общая гуманитарная культура должна быть. Я же должен с московским галстучком познакомиться. Это что за общая гуманитарная ценность у нас? Это Евангелие может быть от каких-то новых, современных, от Франциска написано, от Варфоломея, от еще какого-то. Новое Евангелие. Теперь не заповеди блаженства, а на гору блаженств в храме Христа Спасителя войдет великий из величайших и скажет, теперь у нас будем каяться по общим гуманитарным ценностям. Евангелие нам не надо. А это и у мусульман должны быть ценности, и у католиков, и у иудеев. То есть мы часто говорим о догматике, а нравственные критерии, они даже отчасти для народа важнее, чем догматика. В догматике можно запутаться, обмануть нас, а нравственность народа не обманешь. Поэтому экуменизм – это хитрая лиса. Но колобки беспринципные, которых нас воспитывают, они могут убежать от правосудия, они могут убежать от зайца трусостью своей, они могут убежать от волка, от разбойника, от таких педанты будут, у них все хорошо, но от лисы, от сатаны, экуменист, который носик у антихриста и у сатаны, это какая-то экуменизм, сядь на носик. И что там произошло с колобком беспринципным? Ни рук, ни ног, ни заповеди, блаженств, ни заповеди. Вот мы беспринципные колобки катимся, пока к лесиво, вот не закатимся. Поэтому покаяние – это процесс борьбы, это процесс войны. И когда нам говорят, воевать не надо, мы сдаем свою душу и продаем подороже, вот что нам говорят секс-кафедры, современные богословы. Поэтому покаяние, оно не может быть умалено. Это одно и то же, что сдаться в плен, ничего не борясь, и отдать свою душу на попрание. Аминь.